В сентябре 175 тысяч казахстанских девочек в возрасте 11 лет получат вакцину от вируса папилломы человека. Уже закупили больше 350 тысяч доз почти на 10 миллиардов тенге. Прививка обязательная, ее внесли в национальный календарь. Почему не стоит отказываться от вакцинации и действительно ли она может защитить от рака шейки матки, узнавала Эльвира Ликерова. Ежегодно в Казахстане рак шейки матки обнаруживают у 1900 женщин, умирает около 600. Заболевание одно из самых распространенных среди онкологических болезней. Такие данные озвучили на республиканском семинаре по вакцинации против вируса папилломы человека. Вирус папилломы человека – это основной возбудитель рака шейки матки. И, к сожалению, по статистике в Казахстане за последние 10 лет очень значительно растет рак шейки матки. Основная группа женщин, которые заболевают, это женщины между 40 и 50 годами. За 2023 год у нас выявлено, по данным КАЗНИОР, это наш головной институт онкологии, 2030 женщин впервые выявленным раком шейки матки. Это примерно на 100 больше, чем было в 2022 году. По словам врачей, папилломовирусом заражаются около 80% людей. Чаще всего проходит он бессимптомно, но, воздействуя на клетки тканей, может образовать патологию, о которой человек не знает долгие годы. ВПЧ передается половыми и контактно-бытовым путем. Единственный способ профилактики – иммунизация. Побочных действий от вакцины быть не может, уверяют специалисты. Более 11 тысяч девочек были вакцинированы в 2013-2014 году. Эти девочки сейчас достигли репродуктивного возраста. И Казахский национальный институт онкологии КАЗНИОР в Алмате, они проводили свое исследование. Выявили, что девочки, которые достигли репродуктивного возраста и планировали семью, у них не было никаких проблем с зачатием и рождением детей. А в мире в настоящее время введено уже более 270 миллионов доз этой вакцины. И на общее количество доз этой вакцины введенных был зарегистрирован только один случай анафилактической реакции. На мировом уровне прививку против вируса папилломы человека используют больше 15 лет в 135 странах мира, включая Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. В Казахстане вакцинацию начнут этой осенью. Будет применяться вакцина четырехвалентная, которая защищает от наиболее онкогенных четырех типов вируса папилломы человека, для того, чтобы в будущем, значит, позволит это защитить наше население от рака шейки матки и других онкологических заболеваний, потому что эти вирусы, эти онкогенные типы вирусов не только рак шейки матки вызывает, есть другие виды онкологических заболеваний, которые, может быть, чуть реже, чем рак шейки матки, но встречаются. Вакцину получат девочки в возрасте 11 лет. Прививку введут в два этапа с интервалом в 6 месяцев. Иммунизация будет проходить на бесплатной основе с согласия родителей. Эльвира Ликерова, Ерлан Наурызбаев, 24 КИЗ.